Здравствуйте, уважаемые зрители моего блога. Я хочу представить вашему вниманию обзор такого полевого кошелька от Тасманского Тигра. Он изготовлен из 700-й кордуры, очень такой прочный, кондовый. Он на молнии. Просто раскрывается. Что-то интересное есть. Кармашек, прозрачный кармашек. Он служит для каких-нибудь ID, пропусков, документов, фотографий каких-то. Дальше. Отсек для карточек. Их тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Убирается, но можно по 2 засунуть, никаких проблем нет. Соответственно, есть карман под отсеком для карточек. Далее кармашек на липучке для какой-то мелочи. И еще один кармашек под ним. Ну и, конечно, основное. 2 отсека для купюр. У меня есть. В целом, вещь очень функциональная, удобный кошелек, удобно пользоваться. Единственный недостаток, все-таки он достаточно крупный и весомый. Но мне нравится, вот я сейчас с ним хожу. На этом все, спасибо за внимание.